Здравствуйте, меня зовут Марина. Я уже больше 10 лет занимаюсь продажей детской одежды и товара для новорожденных в городе Энгельсе. Но сейчас я хочу развиваться дальше. Поэтому надеюсь, что очень многие из разных городов России увидят наше видео и будут с нами работать. В этом году нам повезло, мы стали работать с каналом Тамара Шик. И большое ей спасибо за это. И надеюсь, с ее легкой руки у нас прибавится клиентов и покупателей. Хочу немножко сказать про наш товар. У нас товар турецкого производства, очень хорошего качества, красивые цены, соответственно, нормальные, хорошие цены. И из натуральных тканей, потому что мы работаем с проверенными фирмами и несем гарантию, что товар очень хороший. Делаем отправки в любой город России. Отправки мы работаем с любыми транспортными компаниями, также и с Почты России. Отправка у нас минимальная сумма заказа 1500 рублей. Есть скидки. Все это обговаривается по телефону в зависимости от суммы вашей покупки. Вот посмотрите, пожалуйста, номер нашего WhatsApp. Это телефон мой и телефон моей помощницы Елены. Вот по этим двум номерам вы можете нам писать, звонить. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Делайте, пожалуйста, скрины. Никого не забудем, ответим всем. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию наш товар. Комплект для новорожденных. 3 предмета. Состоит боди с длинным рукавом. Посмотрите, пожалуйста, молочного цвета боди сбоку на кнопочках. С очень замечательной аппликацией с зайчиком. Сверху бомбер из плотного трикотажа на кнопках. Штанишки под памперс. Размерный ряд от 3 месяцев 3, 6, 9, 12. Цена данного комплекта 1421 рубль. Следующий комплект, также 3-предметный трикотаж. Но более тонкий трикотаж, это уже на теплую весну и на прохладное лето можно. Состоит он тоже боди, смотрите, пожалуйста, боди с длинным рукавом, застежки также на кнопках, оригинальная аппликация в виде мишки. Мишка такая вот бархатный, велюровый. Сверху такой худи с капюшончиком на кнопках и штанишки под памперс. Ткань очень мягкая, тоненькая, посмотрите, в такой нежный рубчик. Цена данного комплекта 1329 рублей. Пожалуйста, обратите внимание. Замечательный комплект. Комбинезон. Размерный ряд с 3 месяцев до 12 месяцев. Цена данного комбинезона 950 рублей. Плотный трикотаж. Посмотрите, вот такая вот выработка. Не совсем гладкий, но очень хороший. Замечательная аппликация в виде цветочков и такая необычная отделка впереди из кружева. Застегивается застежка сбоку целиком на пуговичках. Цена данного комплекта 950 рублей. Комплект 2-предметный. Трикотаж. Тоже тоненький трикотаж, что уже для весны и для прохладного лета. Сбоку футболочка с длинным рукавом застегивается на кнопочках. Оригинальная отделка внизу красивым кружевом. Вот такой замечательный мишка, который пристегивается на булавочке. И штанишки под памперс. Цена данного комплекта 869 рублей. Еще один интересный комплект, такой нежный для девочки, с замечательными бантиками. Штанишки внизу на манжетах. Размерный ряд у данного комплекта на 9 месяцев и на 12. Цена данного комплекта 869 рублей. Также плотный мягкий трикотаж, очень хорошего качества.
Следующий комплект. Посмотрите, пожалуйста, тоже не менее интересный. Несмотря на то, что он такой вроде бы простенький, но смотрится очень здорово. Оригинального цвета штанишки внутри, внизу на, с отворотами на манжетах. Футболочка с длинным рукавом, также застежка на кнопочке. И такая вот очаровательная аппликация в виде кошечки с бантиком. Цена данного комплекта 875 рублей. Замечательная цена для такого костюмчика. Следующая модель. Также двухпредметный. Посмотрите, пожалуйста, штанишки идут однотонные, под памперсы. Вот такая кофточка с замечательным солнышком и цветочком. Цена данного комплекта у нас 649 рублей. Размерный ряд с 3 месяцев до 12 месяцев. Еще один комплект. Трикотажный, двухпредметный. Вот посмотрите, сверху такая интересная надпись в формате 3D. Так как у нас в этом 23-й год год зайчика, то, пожалуйста, у нас вся тематика практически про зайчиков. Однотонные штанишки под памперс внизу с такими замечательными бантиками. Размерный ряд данного комплекта с 3 месяцев, также до 12 месяцев. И цена его 879 рублей. Как вы сами видите, цены вполне приемлемые. И для костюмов такого качества очень даже интересные. Следующий костюм двухпредметный, более спортивный уже. Сверху кофточка на замке, вот с такими вот балуньевыми, с балуньевой вставочкой. Однотонные штанишки внизу на манжетах. Размерный ряд данного костюма также с 3 месяцев до 24, до 2 лет. И цена всего-навсего 899 рублей. Пожалуйста, делайте скриншоты, отправляйте по нашим телефонам, которые мы вам показывали в начале видео. С удовольствием всем ответим, всем отправим понравившиеся модели. Еще один комплект трехпредметный, который состоит из однотонного боди молочного цвета. Сверху идет вот такой вот розовый. Забыла, господи, вот такой, сейчас минуточку, худи с капюшоном и однотонные штанишки с розовыми лампасами. Цена данного комплекта 1319 рублей. Размерный ряд у этой модели 6 месяцев, 9 месяцев и 18 месяцев. Следующий комплект двухпредметный из более тонкого трикотажа. Но это все равно 100% хлопок, качество очень хорошее. Размерный ряд у этой модели от 3 месяцев до 12 месяцев. Вот такой вот замечательный зайка. Цена 860 рублей. Так, еще один комплект. Смотрите, пожалуйста. Тоже двухпредметный. Сбоку у футболочки застежка на кнопках. Штанишки идут под памперс. Вот с таким замечательным котиком на штанишках. Цена данного комплекта 865 рублей. Следующий комплект трехпредметный. Для девочки уже более старшего возраста. Он идет от года. Год, полтора, два. Посмотрите, какая интересная внутри футболка с длинным рукавом. Футболка в рубчик такой мягкий, маленький, с замечательной мишкой. Сверху вот такой вот кофта с капюшоном. Замечательные сбоку крылышки. И однотонные штанишки с такими же акцентными лампасами. Цена данного комплекта 1939 рублей. Пожалуйста, обратите на него тоже внимание. Еще один комплект трехпредметный для девочки. Внутри футболка беленькая, сбоку на кнопках, с замечательным зайчиком аппликации. Сверху тоже кофточка с капюшоном. Вот такие вот оригинальные ушки и на капюшоне, и на штанишках такой же акцент. Размерный ряд данной модели от 6 месяцев до 2 лет. И цена 1319 рублей. А сейчас я хочу показать вам нарядное платье для девочек.
Вот такое вот замечательное платье. Посмотрите, пожалуйста, трикотажное. С такими красивыми пайетками и бусинками. Юбочка сверху оформлена вот такой вот сеточкой с красивыми нежными звездочками. Цена данного платья 1768 рублей. Размерный ряд от года до двух лет. Еще одна модель, тоже очень интересная. Размерный ряд у этой модели от года, тоже до двух лет. Год, полтора, два. Два предмета. Внутри платья, верх трикотажный с длинным рукавом. Очень интересная отделка по поясу с такими бусинками замечательными. Пышная юбка внутри на подкладке. И сверху жакет. Такой яркий, красивый, интересный. Вот этот вот замечательный зайчик на булавочке. Можно его отстегивать. Цена данной модели 1569 рублей. Еще одно красивое платье для девочки. Посмотрите, пожалуйста, для более старшего возраста на 3-4 года. Платье идет на подкладе. Вот с таким вот замечательным ободочком в комплекте идет это платье. Здесь по поясу прикол, это держится тоже на булавочке. Вот такой вот замечательный букет из роз. И также акцентированы линии талии красивыми очень стразами. Кружево достаточно интересное. Сзади на замке. Цена данной модели 1689 рублей. Еще хочу показать вот такие вот две модели платьев для садика и для дома. 100% хлопок, трикотажные нежные платьица. Вот данная модель с такими сердечками идет на 2-3-4 года. Цена этой модели 545 рублей. И вот такая вот модель с таким замечательным зайчиком. Юбочка у нас идет в сеточке, застежка. Цена этой модели тоже 545 рублей. Размерный ряд от 2 лет до 4. Следующий комплект трехпредметный для более старших взрослых девочек. На 2-3-4 года. Этот предмет состоит из футболки с длинным рукавом. Посмотрите, пожалуйста. Внутри вот такая красивая аппликация с такой замечательной корзиной цветов со стразами. Идет юбка на мягкой резине, на мягком поясе. Юбка на подкладке, на двойной подкладке из нежной сеточки и из очень тонкой ткани. Пожалуйста, посмотрите. И сверху идет трикотажный жакет. Трикотаж на жакете плотный, очень мягкий, красивые пуговички с такими замечательными бусинками. Ну и, конечно же, мишка с таким сердечком. Цена комплекта 2652 рубля. Еще один комплект. Более тепленький, вот с такими замечательными пингвинчиками. Возрастная категория у данной модели на 2-3-4 года. Посмотрите, пожалуйста, мягкая такая ткань с легким начесом. Вот начесик очень легенький, яркие симпатичные штанишки. Застегивается сбоку на кнопочках. Цена данного комплекта 1185 рублей. Вот такой вот комплект на 3-4-5 лет. Тоненький трикотаж с яркой аппликацией и вот такие вот яркие штанишки. Цена данного комплекта 998 рублей. Так, теплый комплект на флисе, трехпредметный. Смотрите, пожалуйста. Возрастная категория данного комплекта на 2-3-4 года. Внутри. Так вот, хорошо видно, да? Внутри вот такой вот футболка с длинным рукавом молочного цвета. Замечательная аппликация со стразами. Такой смешной бантик у Мишки тоже со стразами, не забыли про него.
Посмотрите, вот у кофточки как раз сейчас видно плотный флис, швы очень хорошо все обработаны, мягкие, ткань приятная к телу, с капюшоном. Капюшон сверху на резиночке будет хорошо держаться. Карманчики и рукава отделаны очень оригинально, вот таким вот красивым кружевом. Ну и, естественно, также здесь с замечательными жемчужинами аппликации мишки. Цена данного комплекта 2488 рублей. Следующий комплект двухпредметный для девочки. Размерный ряд данной модели на 2-3-4 года. Посмотрите, пожалуйста, какие оригинальные рукава у этой модели. Из тонкой серебристой сеточки серого цвета. Отделка также сеточкой на капюшоне. Вот. Капюшон внутри на хлопковой подкладке. Красивая очень аппликация и с жемчужинками, и со стразами. Вот. Плотный, мягкий, очень приятный к телу. Штанишки спортивные однотонные, внизу на мягких резинках. Цена данного комплекта у нас стоит 2096 рублей. И размерный ряд, я уже сказала, на 2-3-4 года. Теперь переходим к костюмчике для наших малышей. Комплект для мальчика. 100% хлопок, однотонного цвета штанишки вот с такой яркой там аппликацией и такая яркая вот кофточка. Размерный ряд на 3, 4, 6, 9 месяцев. Цена данного комплекта 865 рублей. Вот такой вот спортивный тоже комплект из тонкого трикотажа на более позднюю весну и на прохладное лето. Скромненький такой, домашний, но и все равно из 100% хлопка. Очень мягенький, хороший. Застежка на кнопках. Штанишки однотонные, с такой акцентом синими лампасами. Цена данной модели 649 рублей. Пожалуйста, смотрите, очень хороший комплект. Вот такой вот комплект. Трикотажный, но трикотаж здесь уже поплотнее, с таким оригинальным карманом. Однотонные штаны с аппликациями на коленках, чтобы удобно было ползать. Цена данного комплекта 1049 рублей, размерный ряд на год, полтора и два. Вот такой вот трикотажный комплект, двухниточка. Вот вы видите здесь, не совсем он тоненький, но такой хорошенький, мягенький. Замечательная аппликация в виде мишки со звездочками, однотонные штанишки. Размерный ряд идет на 3, 6, 9 месяцев. Цена данного комплекта 885 рублей. Вот такой вот комплект, тоже довольно-таки скромненький, но все равно 100% хлопок. Трикотаж очень мягкий. Замечательная аппликация в виде трех кармашков. Цена этого комплекта 1049 рублей. Размерный ряд на 2, 3, 4, 5 лет. Такой красивый, ну, интересный комплект, трехпредметный для мальчика. Внутри, внутри футболка с длинным рукавом, с аппликацией. Застегивается сбоку на кнопочках. Бомбер, да, довольно-таки яркий. Ткань плотная, в рубчик, интересные вязаные манжеты, однотонные штаны, здесь тоже идут под памперс с кармашками, внутри, внизу на манжетиках, и вот такой вот мишка на липучке, который можно и отлепить, и использовать его как обычную игрушку. Размерный ряд данного комплекта от 3 месяцев до 12. И цена 1499 рублей. Пожалуйста, обратите внимание, комплект смотрится прям очень даже интересно. Вот такой вот еще один комплект. Этот комплект на флисе, но флис уже более тоненький. На кнопочке, значит, застежка горловины.
капюшон внутри на трикотажной подкладке, вот с такой яркой аппликацией, и однотонные штанишки под памперс. Штанишки и рукава, все на трикотажных манжетах. Цена данного комплекта 1140 рублей и размерный ряд от 3 месяцев до 2 лет. Вот такой вот комплект 3 предметов. Размерный ряд у данной модели также 3, 6, 9 и 12 месяцев. Внутри водолазка идет с длинным рукавом, трикотаж с аппликацией, трикотаж уже тоненький, сбоку на окно, на кнопочках. Сверху бомбер, тоже с оригинальными надписями на замке. И штаны с лампасами, штанишки также под памперс. Интересные аппликации на рукаве. Цена данного комплекта 1375 рублей. Еще один не менее интересный комплект для мальчика. Размерный ряд у данной модели на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Внутри однотонная водолазка такая зелененькая. Очень мягкий, хороший трикотаж. Плотненький достаточно. Штанишки здесь идут. Вот с такой яркой аппликацией. Видно, какая там аппликация? И безрукавка с капюшоном на флисе. Вот, посмотрите, капюшончик такой. Вот, видите, какой флис? Очень мягкий, плотненький. Оригинально. За счет того, что это безрукавка, смотрится довольно-таки интересно. Цена данной модели 1249 рублей. Еще один комплект трехпредметный. Для наших малышей от 3 месяцев на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Внутри водолазка с длинным рукавом, с яркой аппликацией. Сверху также идет вот такая вот яркая кофточка на флисе и однотонные штанишки. Цена данной модели 1295 рублей. Так, теперь для более взрослых наших молодых людей. Эта модель, размерный ряд у него на 2, 3, 4, 5 лет. Двухпредметный спортивный костюм из очень хорошего качества. Трикотаж мягкий, на флисе. Однотонные штанишки вот с такой вот аппликацией. Цена данной модели 1519 рублей. Модель трехпредметная. Вот молочного цвета вот такой вот свитшот, также на флисе. На рукавах, вот вы видите акценты в виде аппликации и в виде вот надписи. Штанишки однотонные с ярким шнурочком с надписью. И еще вот такая вот шапочка для самых наших модных парней. Размерный ряд у этой модели на 3, 4, 5 лет и цена 2095 рублей. Вот такая вот модель. Спортивный костюм, также на флисе. Капюшон внутри на подкладке с яркой аппликацией. Вот такие вот наклейки здесь очень интересные, силиконовые. Так, и однотонные штаны с ярким шнурочком. Размерный ряд на 3, 4, 5 лет. Цена данной модели 2018 рублей. Вот такая вот модель спортивного костюма тоже. На 3, 4, 5, 6 лет. На флисе эта модель. Давайте я вам сейчас вот так вот покажу. Посмотрите, пожалуйста, внутри все швы очень аккуратно. Нигде ничего не торчит, все прострочено, и видно, что очень мягкого качества флис. Сбоку на рукавах также вы видите надписи и, как сейчас модно, силиконовые вот такие вот аппликации. Однотонного плана штанишки, очень хороший костюм, цена этой модели 1990 рублей. Еще одна модель для мальчика, тоже на флисе, но флис уже немножко потоньше. Размерный ряд у данной модели
также на 2, 3, 4, 5, 6 лет. Посмотрите, пожалуйста, однотонные штанишки сбоку с синими лампасами. Яркая надпись впереди. Цена данной модели 1519 рублей. Еще я хочу вам сейчас показать вот такие вот модели на девочек. Из тонкого трикотажа. Штаны прямые с ярким шнурком. Также здесь силиконовые аппликации, замечательные смайлики. Размерный ряд у этих моделей на 3, 4, 5, 6 лет. И цена 1155 рублей. Сейчас покажу вам еще две модельки для наших замечательных модниц. Такой костюм на флисе. Размерный ряд у данной модели на 2, 3, 4, 5, 6 лет. Капюшон. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите, тоже флис очень мягкий, стежки аккуратные. Замечательная аппликация с таким кошечкой, бантик. Цена данной модели 1939 рублей. Брюки однотонные внизу на манжете. И вот такая вот вообще шикарная модель. Она довольно-таки скромная, но очень стильная. Капюшон. Вот, посмотрите, пожалуйста, на капюшоне акцентная надпись, также надписи на рукавах и однотонные штанишки внизу на манжетах на резиночке на мягкой. Цена данной модели 1562 рубля. На этом наше видео заканчивается. Очень надеемся, что оно вам понравилось. Ждем от вас обратной связи. Еще раз спасибо Тамаре Шик за то, что она дала нам возможность показать наш товар для своих подписчиков. Надеемся до скорой встречи, потому что мы планируем сделать еще одно видео на группу товара для весны с безрукавками, трехпредметные костюмы и на свитера. У нас будут обзор свитеров и кофточек. Всего хорошего, до свидания. Ждем от вас отзывов. Пишите и звоните нам по данному номеру телефона. Не забывайте. До свидания.